Мистер Морс, вы хотели встретиться с мистером Льюисом. Мистер Льюис слушает. Что ж, я изменил свою позицию относительно вашего предложения. Одно условие. Оно касается вовсе не меня. Прошу за сотрудников фирмы. Тут нет проблем. Мы подумаем. Господа, обратимся к тексту контракта. Он перед вами. Извини, Фил. Господа, оставьте нас с мистером Морсом одних. Спасибо. Вы слышали просьбу? Подождите там. И ты, Фил. В каком смысле? Я хочу поговорить с мистером Морсом один. А он почему здесь? Фил, прошу. Я буду рядом. Хорошо. Так лучше? Да, лучше. Хотите кофе? Черный. Мистер Морс, мои планы несколько изменились. Ну и в какую же сторону, мистер Льюис? Я уже не хочу покупать компанию и дробить ее. Но ее могут купить другие. А значит, она уязвима. И я выступаю на чужой территории. Хочу помочь вам. Что так? Мистер Морс, мы сможем возродить вашу компанию. А как же флотский контракт? Он существует, только отложен в долгий ящик. В этом вы мастер. Стараюсь, большое спасибо. Детали оставим для подчиненных. Я боюсь, что это прозвучит надменно, сынок, но я тобой горжусь. Спасибо. Ну что, давайте остальных пригласим. Продолжим совещание. Входите, господа, садитесь. Эдвард, скажи, что происходит? Иди за стол, Фил. Заканчивай. Постой. Тут нет подписи. Сделка не подписана. Объясните, что здесь происходит, черт возьми! Мистер Льюис и я будем строить корабли вместе.